Детский сад «Сказка», в котором накануне произошла трагедия, сегодня был закрыт для посещения и приема детей. На территории дошкольного учреждения организован стихийный мемориал, куда жители Нарьинмара со вчерашнего дня несут цветы и игрушки. Сегодня в морге Нининской окружной больницы состоялось прощание с 6-летним Кириллом Савенковым. Сюда пришли не только родные и близкие ребенка, но и все неравнодушные к судьбе мальчика люди. Как сообщили в аппарате администрации округа, все расходы по организации прощания и похорон мальчика взяла на себя окружная администрация. По распоряжению главы региона семье и близким мальчика оказана вся необходимая помощь и поддержка. С ними круглосуточно находятся психологи центра «Дар» и дежурит карета скорой помощи. Напомню также, что в настоящее время в регионе запущена круглосуточная горячая линия по номеру 112. На нее могут обратиться все, кому нужна психологическая помощь в связи с произошедшим.